Что входит в армейский сухпаёк? Сухпаёк – это индивидуальный рацион питания военнослужащего на сутки. В него входят продукты на три основных приема пищи. На коробке можно проверить срок годности. Вместо хлеба в набор входят галеты. Они рассчитаны на завтрак, обед и ужин. Также в набор входят мясные консервы, паштеты, два полноценных блюда. Например, в этом наборе это рис с говядиной и говядина с зеленым горошком и морковью, сыр и икра из овощей, фруктовое повидло, шоколад, чай, кофе и фруктовый концентрат для приготовления напитков, сахар, соль, перец и сливки. Кроме того, в набор входят витамины, жевательная резинка, средства для дезинфекции воды. Есть спички и портативный разогреватель, таблетки сухого горючего для подогрева еды, салфетки и приборы. Это сухпаёк вариант номер 7. Есть и другие варианты комплектования наборов. Отличие в составе основных блюд. При этом все сухпайки для военнослужащих содержат сбалансированный рацион.